наше время пришло. Вот, и учитывая, что сегодня особый день, давайте, мужики, поздравим женщин. Вообще-то, поздравлять надо мужчин, знаете, с чем? С тем, что родились мужчинами. Это же такое везение невероятное. И тем более, мы должны ценить тех, кто лучше нас. Когда-то Бог создавал человека, если вы помните, про мужчину. Конечно, опыт делал наживное. Вот вторым он родил женщину. Ну, уже, естественно, он не родил, а создал женщину. Естественно, она оказалась более качественная, изящнее, ювелирнее. Вот. С более мягкой, доброй душой, материнским инстинктом. Вот. Нам повезло. Женщинам труднее. Мы должны об этом всегда помнить. Давайте подарим им вот эти вот цветы. Знаете, что я хотел сказать? Это же праздник, поэтому пара минут, надеюсь, пройдет не зря. Все у нас виртуальное. Любовь виртуальная. Разве не прав? Вот. Зарплаты все более виртуальные. Пенсии все более виртуальные. Ну, как-то это, так сказать. Есть такое выражение в математике. Исчезающее. Ой, грустный смех. Вот. Все виртуальное. Ну, давайте тогда и цветы, мужики, дарить виртуальные. Нам это ничего не стоит. Вот это цветы от души. Это сделал мой друг, фотохудожник, бродя по Хакасии. Смотрите на эту красоту. Сейчас вот так вот. Посмотрите внимательно. Эти цветы мы... Присутствующие здесь мужчины, я от имени говорю. Я говорю от имени Антона Сафронова. Мы вместе вас поздравляем. Мы долго думали, отменять, не отменять эту передачу. И вдруг нам показалось, что некоторые женщины даже где-то огорчатся, если мы просто отменим очередную передачу, потому что она попала на праздничный день. А была не была, сказали мы себе. Существует еще и техника. Вот, значит, кто не увидит сегодня, увидит записи позже. А так как очень много мы интересного с вами проходим, то чего не пройдете никогда, нигде во всей планете нету больше такого компании дружной. Поэтому решили сегодня. Даешь вебинар. Ну вот сейчас мы с вами... Официальная часть закончилась. Здоровья вам, любви, любви, любви. Знаете, самое главное – это любовь. Любовь детей, любовь родителей, любовь близких самых, любовь мужчин. Тогда они будут счастливы. Вот. Вот сегодняшняя лекция.